здравия светлым мыслям твоим, славный потомок славного рода. С тобой лесовичок Боровичок и программа «Вещий лес». Приглашаю тебя, дорогой слушатель, на прогулку по вещему лесу. А что значит «вещий»? Это вечный и вещающий. Он принимает и передает вести. От кого? От чистого поля, от нас с тобой и от всего живого. Чистое поле – это информационное силовое поле космоса. Мир богов, мир правий. А что такое лес? В конце слова буква «ер» или твердый знак. Традиционно прочитаем справа налево. Будет «село». Тождественная сила. Смотри, что получается. Вещающая сила. А мы знаем, что информация и сила – неразделимые субстанции. Это есть основа всего сущего. Вот и выходит, что мы не только в гостях у вещего леса, но и являемся его сутью. Вещий лес.